девчонки, всем привет-привет, меня зовут Инна. Сегодня я к вам с болтологическим видео, хотя и в такой обстановке, в которой я обычно показываю косметику там или продукты какие-то. Но тема такая, знаете, вроде как болтологическая, но на самом деле серьезная и для меня такая острая тема, потому что, как вы знаете, да, я много чего не приемлю то, что для окружающих считается нормальным. Так вот, это одно из этого. Я не люблю свадьбы, я их не понимаю, я не понимаю, для чего их люди делают. И сейчас я расскажу вообще, почему я на эту тему захотела поговорить. Я давно хотела порассуждать на эту тему, но у нас на работе у коллеги сын женился, и он пришел на следующий день. Мы начали спрашивать, как что прошло. А он сказал, ну, нормально все. И когда мы спросили, сколько было человек, он сказал, вместе с женихом и невестой 10 человек. Я, вы знаете, я сказала сразу, что я вижу очень умного человека перед собой. И вот просто браво и бис. Все как бы так, ну, немножко так, знаете, как не в понятках, немножко так посмотрели, что, ну, все-таки это свадьба, это, знаете, как говорят, ну, это же один раз в жизни бывает. Ну, да, как хотелось бы, чтобы это было один раз в жизни, но, как показывает практика, это далеко не так. И я очень сильный сторонник вообще свадеб. Именно я сейчас говорю о вот этом пиршестве. Не о том, что нужно расписаться, хотя в росписи я тоже не вижу абсолютно никакой необходимости. Я, вы знаете, всегда свое мнение, свое там не хочу или не понимаю, я могу его обосновать. То есть я не просто говорю, ну вот не хочу, там не нравится мне и все, а я могу это обосновать, подкрепить какими-то аргументами, фактами, что я сейчас, в принципе, и буду делать. Мне просто интересно ваше мнение, может быть, есть люди, которые согласны тоже со мной и тоже так считают. Вы знаете, если раньше свадьба было такое пиршество, на котором, знаете, там пришли соседи, подарили полотенце, и все счастливы, все довольны, или там набор кастрюль каких-то, да, и вот это вот само гуляние, оно и говорило о том, что все, тебя засвидетельствовали, и ты, значит, должен жить и не разводиться, и о разводах речь вообще никогда ни о каких не шла. То сейчас это понты, показуха, вот это вот непонятно вообще для кого это все создается, то есть вроде бы как это праздник двоих, да, двух влюбленных, это такой индивидуальный праздник, но его делают прям, понимаете, вот как для зрителей мероприятия. Вот это мне вообще непонятно, и сейчас это вообще до маразма доходит, да, там съемка с квадрокоптера, вот это вот все фаер-шоу, клоуны, цыгане и так далее. Я понимаю, да, гостей развлекать надо, но это мой праздник, да, ну сейчас я буду так говорить на себя, и я хочу, ну, так сказать, получить кайф, а не задолбаться просто в досточку и устать, и просто ждать, быстрее бы все это закончилось. И сколько я кого не спрашивала, именно так все и ждали, скорее бы все это закончилось. Я это мероприятие, знаете, когда вот хотят понтануться перед гостями, показать там, особенно умышленно уже приглашают гостей, зная, что они так недолюбливают как бы, ну, каких-то там родственников, да, которые как-то завидуют, может быть, немножко, которые как-то недолюбливают вот родню, вторую половину. И вот мне кажется, для чего делать фотографии, свадьбу? То есть невесте, вот, да, если бы я была невестой, мне неинтересно на фотографиях смотреть там на дядю Васю, да, и мне неинтересно на видео смотреть, как тетя Соня там читает стихи, мне интересно на себя смотреть, мне хочется в этот день смотреть, какая я красивая, вот, а не вот, понимаете, из двухчасовой съемки полтора часа видеть какие-то дикие пляски, застолья, конкурсы, и просто я хочу, чтобы, может быть, ну, будут меня смотреть девочки, которые еще не замужем, да, которые собираются или думают. Не думайте, что эти гости искренне вам желают счастья и так далее. Ровно через час им вообще наплевать о вашем будущем, о вашей семье, о том, чтобы вы были счастливы. Люди пришли пожрать, напиться
и оторваться. То есть им все равно вообще, что у вас там будет дальше. Как правило, ну вот, это очевидно, да, что жених с невестой в какой-то момент начинают скучать, невесте неприятно, когда жених там начинает выпивать, как-то там, ну, не знаю, как бы фактически должно все внимание быть на жениха и невесту, но по факту это так не всегда. И свадьба это очень затратное мероприятие, да, зачем сейчас на это просто вбухивать огромнейшие деньги, которые можно взять, да, если вы готовы потратить эти деньги на свадьбу и удивить народ, то, мне кажется, вы их гораздо больше удивите, если вы возьмете эти деньги и на следующий день там пришлете, скинете в Инстаграм фотографию там, да, с какого-нибудь Бали там или Сейшел. И просто вы получите кайф для двоих. Сейчас современное время, и сейчас вот этих заменителей свадеб вот столько, просто миллион штук, это и какие-то эротические фотосъемки, и романтические какие-то фотосъемки, и отели, которые организовывают для вас двоих, где вообще не присутствует никто, романтики, красиво, ну вот, церемонию вот эту проводит. Вот это, я считаю, действительно то, что запомнится, и вы будете смотреть на миллион фотографий, где только вы вдвоем, а не где там толпа вот эта вот, и, ну, не знаю, для меня это жуть просто, вот прям, понимаете, не то, что я не люблю, это вообще как-то жуть. Просто свадьбу сейчас в разряд какой-то смехопанорамы сделали, и вот это вот прям какая-то, знаете, еще неприятно очень, когда, вот у меня был случай, приходила девочка на наращивание ногтей, была невестой, и в следующий раз, когда она пришла на коррекцию, я спрашивала, ну как свадьба, как что, она говорит, ой, класс, все вообще супер, все так здорово, там, и ведущая, все понравилось, а потом пришла женщина, там, или девочка, уже не помню кто, кто был на этой свадьбе, и когда я начала спрашивать, ну как там свадьба, к примеру, там, у Лены, ну, например, начинались вот такие, знаете, ну вот это было не очень, ну, знаешь, вот это можно было бы вот так сделать, ну, и вот такие вот моменты начинались, и поверьте, они будут так у всех, то есть только у вас, в ваших глазах кажется, что это вообще шикарная свадьба, и что все здорово, и так ни у кого нету. Еще очень часто вижу, когда, знаете, свадьбу стараются делать вот самую дорогую из всего дешевого, то есть экономят абсолютно на всем, но выбирают вот лучшее из худшего. То есть, ну, какое-то вот самое такое платье такое простенькое. Ну, объясните, зачем тогда ее делать, эту свадьбу? Зачем? Вы для кого хотите доказать, что я стал мужем и женой? Вот это мне вообще непонятно. И зачем вообще жениться или выходить замуж в 20 лет? Зачем вот ставить себя в эти рамки, да, когда весь мир вообще у твоих ног, когда весь мир открыт для тебя, когда ты наконец-то закончил там институт, учебу, когда ты просто вот расправил крылья, и ты свободный человек, ты можешь искать себя, работать, зарабатывать, путешествовать, просто вот делать все, что тебе хочется, вот это вот смак вот этих лет, вот этих 20 лет, да, ну я считаю, это такой период, 18-28, даже может 20-30 лет, вот этот смак вот этих лет ты можешь просто почувствовать, а не поставить себя в рамки, я не могу устроиться на работу, потому что муж тут, ну, на какую-то любимую работу или уехать в другой город работать, я не могу там то-то, потому что вот родители давят, начинают давить, давайте детей, или вообще там, когда уже дети появляются, зачем себя ставить в эти рамки? Можно просто насладиться, накайфоваться жизнью, десятилетний, не месячный, там, не двухмесячный, а вот 10 лет просто получить кайф от жизни, найти себя, заработать денег и потом, пожалуйста, если хотите, сделать свадьбу. Еще очень часто слышу вот то самое необоснованное «надо». Например, мама говорит, ну как, девочка обязана одеть свадебное платье, дочь, да? Вот для чего надо, для кого? Вот просто ответьте мне. Вот у них какие-то такие принципы, понимаете, устарелые,
и необоснованная, то есть она должна одеть свадебное платье, она должна выйти, вот это вот. Но это тоже можно сделать, такую церемонию, если ей так уже сильно хочется одеть свадебное платье, пофотографироваться в нем, взять на прокат, но это как-то можно, ну, опять же, девчонки, просто за этим свадебным платьем следуют, понимаете, последствия и вот эти огромнейшие проблемы, понимаете, человек вроде как сидит, вот ему скучно, он думает, дай-ка создам себе проблемы, замучу-ка я свадебку такую, да, в кредит, в долги там и так далее. И когда свадьбу финансируют родители, это вот хоть вы меня расстреляйте и убейте, это вот, ну, прям в корне неправильно. Я с этим спорила всегда, со всеми. Когда уже такие женщины постарше спорили со мной всегда, Инна, мы посмотрим, как ты будешь, когда там женить будешь сына. И вы знаете, не знаю, вероятно, я потом как-то буду думать по-другому, но я уже настраиваю так всех, то есть я этого не понимаю, почему я должна финансировать свадьбу человека, который вступает в взрослую самостоятельную жизнь. То есть человек, изначально сделав себе свадьбу, он уже доказывает, что я способен обеспечить, вот, вступить во взрослую жизнь, что я способен создать семью. Приходите, пожалуйста, ко мне, родители, как гости, и наслаждайтесь. А когда это финансируют родители, это крах полный. То есть это изначально говорит о том, что детки еще в детском садике, понимаете, они еще под маминой и папиной опекой, и они не готовы вообще ни к чему. Они только ждут, когда мама возьмет долги, кредиты, запасы свои, какие-то сбережения и сделают свадьбу. Это говорит о несамостоятельности и вообще о детском саде, понимаете? Это детки, которым еще расти, взрослеть и еще гулять и гулять. И вот это, ну, я никогда с этим не соглашусь, что родители должны, как вот, я знаю, да, две стороны скидываются напополам и делают детям свадьбу, а они там показывают, тыкают пальцем, хочу то, хочу это, хочу там факиров, там хочу платье, маникюр и макияж. У меня была клиентка, мама, она приходила с дочкой, которую, она, по-моему, сына женила, и, понимаете, на женщину было просто не то, что жалко, больно смотреть. В долгах, как в шелках, у нее там свои какие-то там бытовые кредиты, там вопросы, да, и плюс еще они вот решили вот эту сделать свадьбу лучшую из худшего, на которую маме вот этой, которая одна, которая без отца, без мужа, еще пришлось влезать в долги, брать кредиты, понимаете, на женщину просто жалко было смотреть. Лица нет, и видно, что она хочет детям сделать лучше, но в глазах вот этот счетчик, который думает, господи, как мне рассчитаться с долгами, и когда я вообще это сделаю? То есть это изначально, если бы, знаете, когда приходят дети и говорят, мама, папа, я женюсь там или выхожу замуж, пожалуйста, ради бога, когда свадьба и в чем мне быть, в каком стиле свадьба будет, то есть я это представляю так. Ну, ни в коем случае никогда приходит там дочь и говорит, там, мам, я прикинула, там надо $5000 на свадьбу, окей. Будущий муж, решайте, пожалуйста, с ним вопросы. Никогда. Это прям, понимаете, это прям противоречит вообще в корне вот мое представление о свадьбе. Родители могут прийти и подарить столько, сколько они посчитают нужным. Сколько они не то, что даже посчитают нужным, а подарить по своим возможностям. То есть столько, чтобы не влазить в долги, не брать кредиты какие-то, да, вот по своим возможностям родители могут подарить подарок. Это может быть и шикарный вообще подарок, который полностью окупит свадьбу, это может быть и обычный подарок, который то, что смогли, то и подарили, и в этом ни в коем случае не надо их винить и думать что-то вот плохое там или обижаться, хотя такие случаи тоже я знаю и встречала. И вообще, вот, знаете, вот это вот замужество, ну, это тоже для меня, вот я считаю, не особо такой уж и нужный вообще процесс, вот эта сама роспись. Ну, может быть, да, когда первый раз это делают, когда хотят, может быть, как-то, если молодая семья, там, какие-то льготы, что-то строится, собирать, да, чтобы какие-то иметь, ну, так сказать, равные права.
то может быть да, но если это из-за того, что считают так девушки, что этим они удержат этого мужчину или вот я сейчас на нем женюсь и все прям изменится, то есть то это ну вот точно не так. И, знаете, очень даже печально, когда девчонки держатся за этих мужиков, вот как вот, господи, ну вот за последний вообще шанс в жизни. То есть вот они как-то считают, что замужество это прям вот последний их шанс в жизни, и прям жениться это главная и самая вот прям первая цель в жизни. Не нужно ставить таких целей, нужно всегда рассчитывать на себя, надеяться на себя и просто сделать это в тот момент, когда это будет необходимо и правильно. Или вот еще такой, например, пример, когда живут, например, там 3, 4, 5 лет парень с девушкой, и он, например, куда-то ушел или поссорились, и когда девушка начинает читать там нотации ему, он говорит: «Ты мне не жена, ты мне не указывай». То есть это тоже, я считаю, это еще мальчик из детского сада, его надо отправить туда же, в детский сад. Потому что если они поженятся, то ситуация 100% не изменится. Если он уже изначально, будучи в отношениях и зная, что все, это его последняя женщина, и он рано или поздно на ней женится, и говорит такие слова, то будет так же и при замужестве. Люди, когда выходят замуж, они уже и женятся, должны понимать, что они очень многим должны пожертвовать. У них не будет продолжаться та же жизнь, которая была до замужества, и даже не до замужества, а даже если они не женятся, вот до тех серьезных отношений, которые называются уже семьей. То есть понятно, что если мне не нравится, вернее, если мужу не понравится, что я там пошла к подруге пить пиво, например, да, то человек должен и с замужеством, и без замужества понимать, что это делать нельзя, это не есть хорошо. И то же самое муж, если он уехал там в баню на рыбалку, там напился, то он должен тоже прекрасно понимать, что он не имеет на это права. Я считаю, что он не имеет на это права. Он выбрал семью, он выбрал жену, он выбрал ребенка, да, и все, он не имеет на это права, абсолютно никакого. Он должен делать то, что не противоречит вот этой семейной жизни. То есть, если автоматически жене не нравится, что вы пришли домой с пивом, как бы вы себя тихо и спокойно не вели, как бы все там здорово не было, или там я сижу там у Васи, и вы знаете, что жене это не понравится, то вы не имеете на это никакое право, никакого права. Если вы считаете, что имеете право, то, пожалуйста, в детский садик и дальше там гулять, пить пиво, там веселиться, ну, детский садик, это я в кавычках, естественно, говорю, и вести свою нормальную, полноценную, счастливую, холостяцкую жизнь. То же самое относится и к девушкам. И к чему я это говорю, что, ну, если человек такой умный, нормальный, грамотный, то он и при замужестве, и без замужества знает, что такое хорошо и что такое плохо. И отдает себе отчет и ведет себя соответственно положению. Если же он недалекий, то он и при замужестве, и не при замужестве, и его это абсолютно, это же там паспорт, ничем абсолютно не пугает, не придержит, не остановит. Он так же, как вел за себя, так и будет вести. Но, вы знаете, больше я все-таки склоняюсь тем это видео свадьбы. Но теперь вот вторая часть видео будет «Зачем жениться второй, третий и последующие разы?». Если не получилось первый раз, девчонки, я очень много вижу людей, да блин, это просто вот вокруг, это даже не в фильмах и не в передачах, это просто пачками, когда люди женились, развелись, знакомые, коллеги, соседи, все окружающие, это просто сейчас просто повал сплошной. И зачем именно расписываться второй, третий, четвертый, пятый и по нарастающей? Это, знаете, как в фильме, там, пять раз, там, или три раза, и все по любви, или там, где-то выражение, откуда, не помню. Зачем это делать? Вот тут я уже просто не понимаю. Вот здесь это лишено вообще полной логики. Чем вы хотите себя обезопасить? Или для кого вы хотите это сделать?
Я просто не понимаю. Девчонки, я сейчас вам скажу, сколько я раз была замужем. И начну с того, что я не замужем сейчас. Я думаю, что я удивлю вас, кто меня давно смотрит, мои подписчики, кто, как бы говоря, близко так меня знает. И более того, я вас, наверное, шокирую тем, что я сейчас скажу, что я ни разу не была замужем. Я до сих пор с девичьей фамилией, с фамилией своего отца, и ребенок мой был рожден вне брака умышленно. Сейчас расскажу немножко о себе. Дело в том, что для меня я никогда не хотела, ну, свадьбу это само собой, ну, и расписываться это тоже. И сейчас, может быть, кто-то скажет, ну, конечно, это потому, что никто никогда не предлагал. Нет, я вас уверяю, это не так. И если бы я выходила замуж столько раз, сколько мне предлагали бы, то это было бы 3 раза. И, вы знаете, когда я вот думала... что, естественно, ребенка выгоднее родить вне брака, потому что ты имеешь больше льгот, ты имеешь бесплатное питание на протяжении всех 3 лет, адресную помощь, то есть это действительно выгодно. И я это сделала умышленно только из-за этого. То есть я просчитала, что так будет лучше. Женщина в декрете, это, девчонки, это очень жестко, это очень сложно. Там... ты полностью ограничен, ты полностью вообще в рамках, ты должен жертвовать очень многим, и вот эти вот льготы, они очень сильно выручают, и они, ну, и, или же, знаете, сделай так, как, ну, типа, говорят люди, мне на мнение людей вообще по барабану. Я не думаю вообще о том, как бы, кто бы сделал вот, сделали, молодцы, мне все равно, делайте так, как считаете нужным. Я посчитала нужным сделать так. Если будет какая-то супер акция, там, распишись и получишь квартиру, или там еще что-нибудь такое, я, конечно, это сделаю, если это будет выгодно. А для меня это ненужные проблемы, ненужные, ну, может быть, не проблемы, но какие-то заботы, вот это вот, понимаете, у Ивана Николаевича было просто маниакальное время какое-то женить меня на себе. И я просто привела доводы, почему не надо это делать. Послушай, я просто очень уверенный в себе, очень ответственный человек, и я, мне не надо говорить и доказывать. Я знаю, что если человек, он человек, то он поступит по-человечески. Если человек свинья, то и браки, и штампы не сделают из него человека. Поэтому... ну, вот как-то так, мое мнение. И когда мы уже пошли выбирать кольцо, ну, вернее, он сказал, давай хотя бы купим кольца и будем носить кольца. И мы в ювелирном магазине выбирает, и я с такой кислой вообще миной стою, и уже выбрали, уже размеры подобрали, и я говорю, Вань, ну не надо, ну, блин, ну, и так все знают, что мы муж и жена. И продавец просто, она сделала вот такие глаза, она говорит, я сколько работаю, я такое вижу первый раз, чтобы девушка отказывалась. И мы, понимаете, мы выходим из ювелирного магазина, я уже понимаю, что я туда не вернусь, но я сказала, ну, пойдем, пройдемся там, прогуляемся. И, ну, просто я сказала, этого делать не надо, и все вокруг знают, и все называют нас, и коллеги, все называют, там, муж, там, жена, то есть для кого-то мне доказывать это абсолютно не нужно. Тот, кто знает, знает, тот, кто не знает, мне все равно. И, а для себя у нас все давным-давно доказано, сказано и разобрано, и то есть для меня это абсолютно, абсолютно ненужный пункт. Но именно вот о свадьбах, о торжествах, о пиршествах, ну это вот ну прям, ну вот нет, нет, нет. Это праздник индивидуальный для 2 человек, которые хотят... просто, вот понимаете, в этот день быть самыми счастливыми на земле. Просто они хотят, ну, я не знаю, вот как-то, может быть, купить все, что когда-нибудь хотели. Вот как-то сходить, съездить туда, куда мечтали всю жизнь. Сделать то, о чем мечтали всю жизнь. Вот получить какой-то такой кайф, какой-то безумный, может, поступок какой-то. Ну, вот такое что-то вот, чтобы запомнилось. А не вот это вот,
может, я громко скажу слово, но какой-то, вот, понимаете, позор, а не свадьба. Хотя, вы знаете, я очень люблю гулять на свадьбах. Конечно, сейчас уже все мои подруги, кто повыходил, кто не повыходил, но уже, по крайней мере, перешли в тот разряд, что уж точно не будут делать свадеб, которые и остались, которые не замужем. А когда в тот момент, когда вот это вот замужество все началось среди моих подруг, я очень любила гулять на свадьбах. И, блин, это вообще кайф, это очень круто, быть гостем, отрываться. Ну, это просто действительно, ты просто отрываешься, ты веселишься, участвуешь в конкурсах. Это, конечно, весело и прикольно. Но с точки зрения логики и с точки зрения правильности делать свадьбу можно, но такую, знаете, которая запомнится для двоих человек и только за свой счет, ни в коем случае не за счет родителей. Не знаю, девчонки, как вы отнесетесь к этому видео. Как вы поняли, да, день рождения я не люблю, праздники в виде свадеб я не люблю, Новый год я никогда не отмечаю, в общем, еще нам беседовать и беседовать. Спасибо, что посмотрели меня, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!